турецком городе Карс успешно продолжаются учения «Гейдар Алиев 2022». Как передает ДАИАС, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции. Учения проходят с участием личного состава вооруженных сил Турции и вооруженных сил Азербайджана. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.